Labą dieną, stalo teniso mylėtojai, gerbėjai. Aš Darius Kiaulakis. Šiandieną labas, priet Aleksandr, Saša Sinic. Nori užduot klausimą ir paprašyti, to pačiu aš norėjau jam pagelbėti surast komandą. Aš kiek žinau, ne pirmi metai žmogus ieško ir nori žaisti Lietuvoje. Tai aš užduosiu jam klausimų keletą rusų kalba, kaip man gausis, taip gausis. Tai gal jūs galėsit pagelbėti jam surast komandą ir... Saša, сколько времени ты уже играешь настольный теннис? Я играю в настольный теннис 6 лет. Да. И я начал играть в 2012 году. В 2010 году я смотрел Матиса Бургеса и решил сам начать играть в 2012 году. А почему настольный теннис? Потому что я этот вид спорта выбрал, потому что он дает очень много реакций, для улучшает здоровье и очень-очень сильную психологию и физиологию человека. А сколько времени ты занимаешься практикой, тренируешься? Как постоянно играешь в настольный теннис? Я играю в настольный теннис 7 раз в неделю. Я тренируюсь 5 раз в неделю, плюс 2 раза в неделю соревнования, все выходные. То есть я все 7 раз в неделю играю. Приятно. А почему в Литве хочешь играть? Потому что в Литве уровень выше, чем в Латвии, и поэтому у меня большая цель, что, допустим, если я буду играть в Литве, будут выше достижения и большие успехи. Draugai, žmogus labai nori žaisti stalo tenisą. Na, mes suprantam, kad atvykusiam iš užsienio nėra labai lengva ir, sakykime, nėra labai aukšto lygio žaidėjas, kad, sakykime, ne aukščiausia lyga, pateks į žemesnės komandas. Todėl padėkit jam, priimkit jį į komandą, nes kokį garadą tai hočiš, nu, što liūdį priimėlį tebė komandų. Kde udobno tebė įjėkti, bylo bai соревнования и где начать? Вильнюс, Клайпеда, Шауляй и, в принципе, Каунас, да, вот. Каунас, Вильнюс, Шауляй, Клайпеда. Если кажется, сбурят команды тинанчем сезоны, жмогу смока жить стало тенниса. Ты пошнякинки, арба меня, Дарю Кеулаки, пер тейбл тенниса, посидалинцю, почо, йо, контакты с... Pabendraukit, žmogus tikrai nuoširdžiai nori tobulėti, nori prisijungti ir pagelbėkim jam. Спасибо тебе, Саша. Было приятно. И вам спасибо. Хорошего достижения в турнире. Спасибо. Iki.